Тем временем МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и просит соблюдать бдительность на дорогах. Также 17 ноября в Саратове вводится ограничение на въезд в город автопоездов. Запрет действует ежедневно с 6 утра до 10 часов вечера в течение зимнего периода. Это касается большегрузных транспортных средств. Правило не касается перевозчиков опасных грузов, которым запрещено везти в темное время суток. Остальным предлагается использовать объездную автодорогу. Ограничение для автопоездов в Саратове введено до 1 апреля следующего года.